Привет! Добро пожаловать на мой канал. Теперь, сегодня я вам покажу обратную сторону Тель-Авива. Тот, кто никто вам обычно не показывает, наше тель-авивское гетто. И насколько есть разница между Южным Тель-Авивом и всем остальным Тель-Авивом. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если есть желание поддержать канал, то можете нажать Patreon или Donation Alerts. Ссылочки в описании или кнопочку «Супер спасибо». Так что спасибо и приятного просмотра. Итак, это у нас знаменитая центральная автобусная станция в Южном Тель-Авиве. Тут у нас это гетто Тель-Авива называется. Ну, мы так называем. Вот тут сейчас метро строят. И вот тут одни выходцы, беженцы, Судана, Эритреи, короче, наши черненькие. Тут розгул преступности, проституции и наркоты. Тут все время идет строечка, метро нам строят, ее вроде собираются закрывать. Сейчас попробую зайти внутрь, покажу, что внутри там типа торгового центра. Все оккупировано нашими. Гетто, настоящая причем. Запашок тут такой специфический. Тут 6 этажей на центральной автобусной станции. Вход сюда, как в терминале в аэропорту, полная проверка. Чистота. Это тоже. Это же тема тут. Кому шляпочки нужны? Филиппинцы, таиланцы, черненькие. Вот, кстати, тут в Южном Тель-Авиве единственное место, где небезопасно ходить, реально. Ну, тут так настолько не было все плохо, как сейчас, последние несколько лет, лет 10. Там подземелье. Если кто-то хочет, можно себе афропритчу сделать. Не работает.
А тут уже наши все автобусы, центральная автобусная станция, которая находится на 6-м этаже. Вот тапочки. Когда-то тут кипела жизнь. А, ну тут, кстати, многие уже поотменяли автобусные станции, я вижу. Вон, я уже даже не в курсах. Тут музычка играет. Особо не наснимаешь. Ну ладненько, попробую немножко. Вот тут раньше кофекс было, кофе продавали. А вот тут вот такое все. Эх, сейчас я зависал в свое время, лет 15 назад. Ну, по делам ездил, то все, то все. Я и жил тут неподалеку когда-то, лет 20 назад. Когда еще был в армии, после армии. Ну, такая движуха. Еще все черное оккупировали. Белых лиц почти нету. Харлем, Тель-Авива. Автобусная центральная станция. О, индусы. Это язык не иврит. Это ихненький там эритрийский. Или какой-то там, не знаю. Катакомбы. Ну, кстати, его вроде собираются снести, не знаю. Вроде приняли решение. Может, еще нет, непонятно. Так, центральная автобусная станция Тель-Авива. Так что, если вам говорят про Израиль, высокие технологии, это вот про это место. Тут у нас самые высокие технологии. Не, ну когда тут все это было забито? Магазинчик, ну все такое. Сейчас, конечно, уже, как сказать, помягче. Сейчас я покажу тут туалетики. Это вообще норм. Фу, тут когда-то был туалет. Или нет, это лифт. Туалет. Жалко, запашок нельзя передать. Не надо, ну еще нормально выглядит, но запашок непередаваемый. Мы на 4-м этаже, отсюда выход. Там еще есть нижний. А я помню, в молодости подходил к этому банкомату. Думал, есть там деньги, на счету нету. Я подхожу, еще карточку не успеваю всунуть, и мне выдает 200 шекелей. Просто так. Я опа. Я схватил и стекал. Но это было лет 20 назад. Все, вышли мы с этой автобусной станции. А теперь я покажу вам немножко более райончик. Еще не пройдешь, ты все перекрыто. Фу,
Запах тут, конечно, жесть. Даже не знаю, как описать этот запах. Смесь говна и чего-то еще другого. Фу, ужас. Так что не забудьте поддержать канал. Кнопочка супер, спасибо. Все такое. Тут каждый второй дом. Тут публичный дом. Кстати, тут... Кстати, еще более-менее цивильно, тут что-то сделали. Раньше тут было похуже. Вот, тут даже новые дома построили. Фигачь себе. Ладно. Поцивильнее стал выглядеть, раньше все было намного хуже. Китайцев много. Раньше не было столько китайцев. Раньше одни черные были. Сейчас уже в перемешку. Но ночью тут движухи больше, однозначно. А вот тут станцию метро строят. Посмотрим, когда заведут. Ну, или... Черненькие уже иврит даже выучили. На иврит говорят. Ничего себе. А вот там уже нормальный Тель-Авив. Уже движуха. Все, мы понемножку выходим с наркоманского района.
Вон еще одна идет. Вон буквально через дорогу уже начинается нормальный Тель-Авив. Цивилизованная. Цивилизация. А тут еще наркоманский район. А вот тут приходишь по двумя высокими зданиями. И все. Уже идет цивилизация. Вот так вот все. Тут уже пошла цивилизация. Сразу дух другой. Атмосфера сразу чувствуется другая. Идем. Thank you.